Здравствуйте, друзья, подписчики и гости канала Про IKEA. Татьяна Павловна, мы в эфире. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я вас так плохо слышу. Бывает. Диме, ты хорошо в наушниках? Ребят, это годы. Годы берут свои. Комплимент от мужа. Смотрите, когда мы снимали в Москве в Химках вот эту кушетку, мы так где-то в уголке обнаружили. Обещали вам ее разобрать досконально. Потому что ценник бюджетный. И стоит ли вообще ее покупать? И будем думать, стоит ли вам теперь это покупать. Да, давай смотреть. Так, значит, кушетка. Нерснен. 80x2. Кровать, кушетка. Кушетка обеспечивает удобное место для дневного отдыха. 14999. Цвет только серый. Да простят нас святые дизайнеры. Но мы чуть-чуть... Но мы обещаем все вернуть в прежнее состояние. Создадим хаоса. Так, значит, натяжная простынь 2L 80x2. Кстати, Дим, покажи, как она одета. Потому что обычно на какие-то кушетки и диваны одеть натяжную простынь – это дастиш-фантастиш. Сейчас я попробую ее снять, насколько это удобно. Не совсем. И все равно как-то выглядит чуть-чуть безобразновато. Наверное, не рвите, пожалуйста. Уважаемые покупатели, в магазине «Шведские продукты» вы можете приобрести нашу новинку – эко-брелки. Для членов клуба IKEA Family действует специальное предложение. Упаковка эко-брелек всего за 299 рублей. Ждем вас в магазине «Шведские продукты» на выходе из магазина IKEA. А вы купили эко-брелки в IKEA? Если купили... Напишите комментарий, нравится ли вам этот продукт или их нет. Их вообще есть, не стоит никому. Ну, началось. Так, в общем, кушетка представляет собой такой, знаете, кусок дивана гарбап. Либо фрихтона, только в самом бюджетном исполнении. Вот здесь у нас подъемный механизм. Давай, раз уж я открыла, кстати, простынь я вам не рекомендую, потому что вы ее шиш снимете. Вот это все будет рваться об железной части. Поэтому используйте обычный простынь. Значит, здесь у нас... пружина. Видно? Да, конечно. В принципе, ход тихий. Неожиданно. Дим, давай еще раз. Поднимай двумя руками довольно-таки свободно. Пойдем сюда. Вентиляционные есть. Два здоровых, я бы сказала, ящика. Если это какая-то студенческая комната, либо там, ну, небольшая студия, влезет сюда дофига. По крайней мере, в один ящик точно берется постель, а сюда еще что-нибудь. Так, усиление, брусочки, да и вспышка. Так, а на край проклеена или степлером прошит ткань к две вспышки? Это я просто не вижу. Проклеена. Сейчас посмотрю. Она туда вовнутрь загнана. Интересно. То есть скобки степлерные только вот здесь. Здесь у нас получается направляющие. А вот пружина здесь или нет? Да, пружина типа Банел. То есть здесь зависимый пружинный блок, но это логично, потому что спать этот человек будет один. Слушайте, ну, в принципе, дай-ка. Тать, за такие деньги? Ну да. Что-то я даже немножко такие в шоке. Вот, кстати, когда попадаешь на брусок попой, да хотя... Ну, он совсем жесткий? Нет. А, подожди, у меня же микрофон. Дайте вот так на бочок. По мне нормально. Но кто любит мягкое, то это все-таки жестковатый диван. Но, тем не менее, смотри, это функция дивана, но при этом здесь полноценный пенополиуретановый матрас, пружинный матрас. Здесь нормальный слой пены. И, в принципе, неплохой такой бюджетный пружинный блок. Смотри, здесь дырка. Не, ну, я сразу заметил, что спинка, она меняется на, или на правую сторону, или на левую. При сборке можно, да? Да, вот он, там отверстие но есть. И из минусов ее нельзя поставить в середину. Видишь, край незакрытый? Ну, он не закрытый, но прошитый тканью. Нет, ну, ты этой сеткой в середину не поставишь. Понятно, что откинуться на нем не получится, потому что здесь вот это ребро. Если сюда ставить подушку, ну, хотя кушетка Бримнес, например, за 9 тысяч, к ней матрас,
Хотя бы, например, за 5. Блин, да не знаю, я бы, наверное, лучше Бримнес все-таки взяла за те же деньги, но с возможностью выбора матраса. Бримнес 10 стоит. Хотя кому, например, принципиально, чтобы это выглядело диваном. Кстати, в последнее время стали спрашивать фото нашей кушетки Хемнес в зале. Потому что многие оценили, что кушетку можно использовать как кроватку и как диванчик. Нет, середину ее однозначно никак, потому что вот эта дешевая ткань, ну, как бы дополнительная. Очень идеально подойдет тот, кто сдает жилье. По бюджетненькому. Да, да. Вообще, да. Вот прям сказка. Вот. То есть убрали у вас диванчик, чем покупать непонятно что. А когда вот в таком виде, то, в принципе, можно лечь. Особенно спать. Где поближе к Черноморскому побережью. Ну и ради чистоты эксперимента мы давай сравним с Бримнесом. Тем более она рядом. Да? Бежать никуда не надо. Бримнес стоит 9 тысяч. 9999. 10. Плюс хороший матрас Малфорс 1. Потому что здесь же учитывается, что вы не будете раз, то есть она уже не разложится. Да, надо для одного. Бримнес плюс матрас Малфорс хороший запятак. Получается те же 14998. Но! Но матрас тут тоненький. Малфорс. Малфорс 12. А тут побольше будет. Пожалуйста. И притом пружина. А если ты хочешь, ты можешь взять сюда пружинный на 80. Но зараза, он будет высоко. Но тогда ты уже не сможешь ее расширить на двухместный. А эту же тоже не расширишь. Ну, в общем, тут у нас дилемма. У нас дилемма. Потому что, ну я не знаю, для меня она какая-то спорная. Хотя, в принципе, удобно. Слушай, дай-ка, знаешь, что попробуем? Чтобы это визуально было понятно. Не только нам. Сейчас я принесу несколько подушек. Вот представь. Но у Бримнеса и то меньше спит. Там вообще практически ты не сможешь облокотиться на нее. Ну да. Тут она, видишь, какая разница очень. Бримнес, он хорошо пойдет в детскую. Потому что можно раздвинуть, когда, например, приехала бабушка ночевать, либо какие-то гости остались. Да, да, да. А этот диван уже немножко имеет другое назначение. Кстати, за последние годы. А ну как, на передержку. Наверное. Пока идет в квартире ремонт, можно где-то как-то что-то приютиться. Хотя кушетка Рамста тоже стоит 9 тысяч. Вот, сравни. Вот тот же ценовой диапазон. Она не раскладывается. Но здесь, наверное, знаешь, для кого кушетка выпущена? А кто хочет, чтобы это выглядело диваном, но при этом имело функцию кровати. Вот я так, наверное, резюмирую. Повторяться не буду, уже говорил. Да. В общем, друзья, у кого уже есть, расскажите. Мы, конечно, понимаем, обзор короткий, потому что больше из нее, ну, нечего нам по ней вам показать. Поэтому новинка, заказов еще особо-то не было по нее. Не можем сказать, что она хрупкая, крепкая, где ломается, где слабые места. Мы пока про нее ничего не знаем. Только визуальный осмотр. Ну и мы вам еще не показали ткань. Давай крупным планом. Стараемся. Ну, очень похоже на дешевые вот эти ткани диванов Гернап и Брисунт. И по мне она колючая. То есть, например, голыми ногами, там, в шортах, прочее, не очень комфортно. Здесь мягкого нет совсем, мягкушка только здесь. То есть спинки одинаковые, здесь тоже без умягчения. Диме что понравилось? Давай еще раз подниму, покажу. Получится. Подушку летела. Защита подъемного механизма. Ну, да, вот эта пластмассовая белая часть. Оно не будет закусывать механизм, то, что будет находиться в этой нише. В принципе, это хороший бонус к этой кровати. Да, за эти деньги, в принципе, пойдет. А то обычно вот эта пружина, она может быть и повредить ваши постельные принадлежности. Как-то получилось у нас двояко. Мы ее уже показали в Химках, но не могли ее разобрать, да? Сейчас мы ее полноценно разобрали и показали еще раз. Ну, пусть будет так. Пусть будет так.